Добрый день, с вами Империя Пикчер, и сегодня я покажу вам, как нарисовать карман карандашом. А если вас интересует тема рисования, то внизу по ссылке в описании вы найдете множество других курсов и наше заочное обучение. Заходите, обучайтесь вместе с нами. Для начала мы наметим вот такой прямоугольничек. Снизу будет он в виде треугольника. И отмеряем по бокам расстояние, оно должно быть одинаковым. А снизу немножечко больше, чем сверху расстояние. После этого начинаем намечать сам кармашек. Он у нас не будет идеально прямой. Будет иметь такие немножечко плавные, искаженные линии. Особенно, когда мы надеваем брюки. И кармашек будет немножко растягиваться, принимать форму тела. И поэтому немного может деформироваться. Этот нижний край делаем такой более плосковатый в виде треугольника и также намечаем вот такую внутреннюю часть, повторяя контур кармана. Ластиком убираем лишние линии и в принципе можем начать штриховать. Предварительный рисунок я выполняла карандашиком HB, это твердый мягкий карандашик, им же я начинаю прорабатывать первый слой штриха аккуратными раздельными линиями. Таким штришочком немножко по диагонали проходимся по всей поверхности карманчика, при этом не заходя за край. А пока я вам напомню, что в нашей художественной школе открылось заочное обучение. Теперь вы можете не просто рисовать красивые картинки дома, а получить дополнительное образование в области изобразительного искусства и сделать свое любимое дело своей профессии. Ссылочку на заочное обучение вы найдете в описании к этому видео. И там же вы можете зарегистрироваться на бесплатные 7 дней. Ждем вас к нам на обучение. Тем временем мы заканчиваем первый слой штриха. Если случайно вышли за край, то ластиком сразу же подправляйте контуры. И начнем немножечко разбираться теперь в этом кармане, где что у нас будет находиться. И возьмем карандашик помягче. Это карандаш у меня 2B. Он помогает набрать более темный тон. И мы проходимся вокруг карманчика, чтобы он у нас не был так оторван отдельно от реальности, а был принадлежным к чему-то еще. Да? Вот в данном случае карман пришивается поверх брюк, например. Вот так вот мы добавляем более темный тончик. Особенно по границам будет потемнее. И также мы добавим более темный тон сверху и снизу. Так вот можно по направлению линий штриховать, также верхнюю горизонтальную линию, так вот можно немножечко продавить вот так вовнутрь верхнюю линию, чтобы было ощущение, что она немножечко оттопырена от края. Делаем красивые границы вот в местах соединения, более плавненькие. И переходим к самому кармашку. Кармашка тоже мы вот в этих местах, где у нас будет между линиями, проходимся такими складочками, затемнениями. Их можно располагать в хаотичном порядке, по ширине менять. Например, более узенькие, более толстенькие, более длинные. Они могут выходить даже на сам кармашек, такие в виде затемнения. Например, вот тут вот тоже подчеркиваем поверх складочки, чтобы прямо их было очевидно видно, но при этом не делаем их слишком темными и четкими. И в верхней части тоже доделываем. Они могут двоиться, троиться. Вот. Интересно, и между ними также делать расстояния разные. Вот тут вот сверху подштриховываем чуть темнее оттеночком, тоном. И намечаем теперь шовчики. Проходимся по краям такой прерывистой линии по всему периметру. Как раз таки вот по вот этой линии, которую мы с вами наметили, как внутреннюю. И также по краю, немножечко отступая от края, проходимся еще одним шовчиком по форме кармана.
снизу. Вот тут нужно подчеркнуть, чтобы прям потемнее было. Доделываем правый краешек и сверху тоже точно так же будет. Вот уже у нас вырисовывается кармашек. Нам остается немножечко его доработать. Например, вот выведем некоторые линии поверх карманчика вот сюда. В верхней части тоже будут такие затемнения. Вот так вот в целом пройдемся по кармашку и объединим свет. Сделаем более ровный тон. Какие-то складочки можно подчеркнуть также ластиком в виде таких линий. И в целом вот эту верхнюю часть немножечко высветлим ластиком. Впуская вот такими верхними линиями. Также вот тут снизу немножко отметим складочек светленьких. И сразу их немножечко притушуем, чтобы не было так контрастно. Тут немного затемняем левый уголочек, краешек. Получается, у нас освещение будет с правой стороны проходить. Вот эти складочки более сделаем глубокими, темненькими. Но все равно, не видите, будут полупрозрачно смотреться на карманчике. И нам остается, в принципе, тут не так много. Карандашиком 2B подчеркнем вот здесь тени возле кармашка более четко. Такие более глубокие они будут. Тем самым у нас кармашек сразу же выйдет наверх. К нам ближе будет казаться. Также затемняем вот эту внутреннюю часть. Немножечко проходимся по краям. И вот такой карман карандашом у нас с вами получился. Присылайте ваши результаты к нам в Инстаграм. Мы с удовольствием их посмотрим и опубликуем у нас на странице. Ссылка на Инстаграм находится в описании к этому видео. И на этом я прощаюсь с вами. Не забывайте поставить лайк, написать хороший комментарий и подписаться на наш канал. Всем пока и до новых встреч!